Всем привет! Да, всем привет! У нас новенькая игрушка в моем плейлисте. Сама в себе игра не новая, это Killing Floor. Я ее, по-моему, купил как раз на Новый год. Была распродажа, купил очень дешево, по-моему, за 20 рублей или за 30. Сама по себе игра, по-моему, не новая. Я не знаю, когда ее выпустили, может быть, 2 года назад, может, позже. Но игра интересная, как, типа как Counter-Strike, да, такие моментальные игры, да, то есть там вошел, поиграл раунды, ушел. Перестрелочки. Давайте сыграем, давно я в нее не заходил. Что у нас здесь? Интер, да, правильно? Так, окей, а что у нас ничего здесь нету? Вот. Смотрим. Сейчас постреляемся, посмотрим, что за игра. Игра жесткая месиво. Давайте посмотрим, где людей много. А, нет, нужно смотреть не людей. Знаете, что лучше всего смотреть? Не пинг. Так, подождите, а где у нас... Вот эта фигня. Вот, это раунды, по-моему. Да, 1 из 10. Ну, например, давайте сюда зайдем. Ладно. В чем суть этой игры? Ой, не хочу я скачивать ничего. Ну, ладно. Суть в том, что здесь, получается, игра по раундам, как в Counter-Strike, я уже сказал, да? Здесь в начале раунда вы можете также покупать оружие, заметьте. Но вы потом не можете во время игры покупать. Как и Counter-Strike. Но здесь вся суть, что вы убиваете всяких зомби. Нет, я не хочу ждать, что это за бред. Ищем нормальную фигню. Вы убиваете всяких разных зомби. Давайте начнем просто не с самого начала, да и все. Вот. Игра волнами. То есть, пошла волна зомби. Убили. Пошли, закупились. Пошла другая волна зомби. Что-то очень громко. Так, подождите, эффекты. Вот так вот. Все, я готов, братюня. Очень давно я не играл, смотрим. Вот. Вот такая вот красота. Как он там у нас бегает, я не помню. А, он вроде не может бегать, а подождите. Или я уже бегаю. Но вначале нам дается оружие, видите, вверху слева стрелочка, она показывает, где магазин. То есть, как Counter-Strike, но отличие в том, что магазин всегда в разном месте находится. У нас 300 монет. Кстати, это мне кто-то монеты кидает деньги. Здесь можно деньги, кстати, перекидывать. У нас уже 400 бабла, нам нужно купить оружие на следующую миссию, следующую волну, грубо говоря. Покупаем, время вот идет, у нас есть время. Ну и гранаты. Ой, я не помню уже ничего вообще. Ну-ка. Money, money, money! Так, подождите, гранаты. А, это фонарик. Кто там орёт? Китай какая-то орёт. Я не помню. Ладно, там нужно как-то гранаты кидать. А, наверное, Г, подождите, Г. Ну вот так вот. Все, мы закупились. Мы не можем друг друга атаковать, да, с этим все нормально. Кстати, можно друг друга хилить. Опять же, видите, особенность. А вот, да, все могут друг друга хилить. То есть вам не нужно покупать. Ну-ка, что это такое командный? Ладно, не знаю. Здесь было обновление недавно. Ой-ой, куда я пошел? Куда я пошел? Господи, я ничего не понимаю. Все, у меня 32 хп. Братюня! Меня убивают. Какое самое стрёмное начало. Я не могу идти. Ой, не то нажал. Забейте, короче. Ладно, все. Это самый мой неудачный обзор прохождения. Короче, я забыл, как хилиться, подождите. Можно хилить самого себя, можно других, но самого себя там посложнее. Там нужно какую-то кнопку сжать. Управление, ну-ка, подождите. Перезарядка, прицел. Оружие. Фонарь. Так, сейчас, секунду. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Надо еще тише звук делать. Так, нет. Ну где, блин? А, интерфейс. Хорошо, пробуем это сделать вот так вот. Сделаем чуть потише.
И вот так вот. Так, попробуем написать. Как же хилить самого себя? Как? Так, ой, я одну букву перепутал. Ну ладно. Кстати, они меня видят или не видят? Я не помню. По-моему, они меня не видят. То есть, как у Дезрайк, так же. Пока вас не убьют, да, вы не будете видеть. Видите, у всех, кстати, для... еще в чем особенность, что здесь можно менять скины, да, то есть вы можете покупать. Че написал? Где посмотреть? Он и написал? Да господи Иисусе. Я просмотрел, он что-то написал. Ладно, все, ждем. Вот вы видите, да, осталось 53 зомби. Вверху справа написано. Ну, мы сейчас еще раз сыграем и нормально уже сыграем, пока мы будем изучать интерфейс. Вот каждый раунд начинается, да, у нас магазин появляется в новом месте. Вверху слева, видите, стрелочка. Начался новый раунд, магазин переместился, стрелочка направляет тот магазин. Мы идем. Вверху, справа, да, количество зомби, количество волн и текущая волна. То есть это последняя волна. Потом сменится карта. Здесь карт тоже много. Ну, здесь больше карт, чем Counter-Strike. Но здесь есть в основном такие популярные карты, в них играют. Опять же, я вижу, давно не играл, не помню. Получается, здесь нельзя смотреть чат, да? Жалко. То есть нельзя смотреть старые сообщения. Это вот минус игр. Ну что ж, будем ждать. Сейчас они закончат. Осталось 3 зомби, и мы начнем новую локацию. Эта локация, она такая, как Counter-Strike. Там такая же есть локация, офис, да? Я думаю, это все помнят. Тоже такая средненькая локация. Я вот больше люблю на улице. Есть такая локация, матная на улице. Ну вот, я уже говорил, что здесь можно покупать скины, то есть одежду у людей. Вам дается в начале на выбор там 4... О, интересно, а чем мы не перешли на новую волну? Нет, не, блин. А, сейчас мы еще раз спросим, как бегать-то? Я вот не помню, бегать вообще можно? Можно же бегать. Я ничего не понимаю. Короче, ладно, пойдемте. Возможно, да, надо было сначала подготовиться, вспомнить игру. Ну, пойдемте. Так даже интереснее, когда ты не помнишь. Но он очень медленно ходит, конечно. Пойдемте в магазин, а там я сразу попробую поискать. Мрази тупые взяли, заварили, твари. Нас, короче, сейчас убьют. Мы отстали от стада. Вот патроны всякие, боеприпасы. Здесь также, да, валяются всякие боеприпасы, можно подбирать. Зомби появляются в разных местах. Мы можем, кстати, еще особенное, что мы можем заваривать двери, прикиньте. А где все это? Что за бред? Меня бросили. А, точно, правильно. Это была последняя волна, а уже после всех волн появляется босс, который сейчас меня убьет, и мы начнем все заново. Ну и пофиг, ладно. Помогите. А я же сдохну, наверное? Я не помню. Наверное, я сдохну. Да, я сдох. Ну ладно, будем знать. Ну сейчас начнем сначала, видите. Попробуем еще раз спросить. Хат. Значит, по-моему, они видят, получается, мои сообщения. Q. На кьюшку хили самого себя. Ну, сейчас попробуем. Так, смотрим. Жумпет. Вот они, видите, все собираются. Само собой, в эту игру надо играть корпоративно, то есть вместе. Ну, получается, что, видите, я вам рассказываю, мы отстали от стада. В итоге разбились. Ну, ничего страшного. А смысл начинать с босса? Сейчас мы начнем с самого начала и уже все покажу вам. Так, сейчас. Вот, смотрите, вот он, босс, видите? Вот он. У него стреляет не этот мужик, а вот они стреляют в босса. Я не могу переключиться на босса, по-моему. Да, не могу.
Пиу, 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 пиу. Ну, кстати, здесь оружия очень много, то есть гораздо больше, чем Counter-Strike. Не знаю, я говорю, эта игра, в первую очередь, отличается тем, что здесь очень много мяса, очень много. Все, убили. Открыто достижение инспектора манежа. Прикольно, я достижение открыл. А, сейчас все сделаем идеально. Смотрите, и учитесь у профессионала. Let's go, давайте новую карту мне пилите. Новая карта где, мужики, давайте. Ваш отряд выжил. Не знаю, что они ждут. В принципе, можно сделать disconnect и поискать новый сервер. Вот. А, голосование. Вот самая моя любимая карта. Вот советую вам ее играть. Лондон. Отправить. Я хочу Лондон. Go, go, Лондон. Лондон. Париж. Лондон, Париж. Ладно, все, let's go. У меня сейчас, знаете, сколько FPS? 1000 FPS. 1000. Черный экран, 1000 FPS. Ну давайте, братья. Вот на этой карте, да, мы должны делать только на ГБ, запомните. Я не должен ударить лицом в лицо грязи. Да, здесь у нас, кстати, есть класс. Блин, как же здесь много всего есть-то? Готов, короче. Здесь есть класс персонажа. Готов. Вот, видите, мы ставим готов, не готов. Кстати, да, еще обратите внимание, что русские никнеймы криво отображаются. Я вот это вот не помнил. Почему-то они не могут это пофиксить, хотя обновления недавно выходили. Ну, я готов, мужики, давайте, галочку ставьте. Так вот, снайпер, вот, смотрите, снайпер. А, здесь вы поднимаете, видите, вы должны что-то выполнить, где написано выполнение. Все, потом посмотрим. Нет, я не могу хили. Подождите, я должен сначала взять эту фигню. Я не могу хилить себя. Или стоп, или я должен быть поврежден. В любом случае, пошлите, короче, играть, хватит фигней страдать. А бегать нельзя, да, как я понимаю? Я так не могу понять это. Стоп. Где остальные-то мужики? Я опять один. Ну что ж ты будешь делать? Вы дауны тупые. Какого фига я все время играю в одного? Да вы что, шутите что ли? А, вон, да, вот мы видим. Вот они, вот они. Ну чё вы, чё вы, чё? Кстати, заметьте, замедление, видите, происходит? Они происходят автоматом, то есть вы не можете контролировать. Это остановка такого замедления времени, грубо говоря. Что у нас есть из оружия? У нас есть только пистолет. Видите, к нам присоединяется, также заходит. Ну все, давайте убивать, что ли. Let's go, let's go. Вот видите, есть обычные зомби, а есть пожирнее. То есть, есть невидимки тоже. То есть, они невидимые. Типа, как же называется эта фигня это? Хамелеон. То есть, они не то, что невидимки, они прозрачные. Но когда они подходят, вы их видите. И такими темпами, видите, друг друга прикрываем, убиваем. Ой, у меня кончились патрончики. Я говорю, вот непривычно вообще, так отвык. Вот в этом есть плюс, когда вы долго не поиграете какую-нибудь игру, там месяц, два, три, вы полностью отвыкаете от графики, от игры. Ну давайте. Вот мы видим, остался один человечек, один зомби остался. Поэтому все, миссия пройдена, первая, она легкая. Опять же, все, идем к торговшу, да, далеко идти. Там вам показано, куда можно пойти. Ну, мы пойдем в другую сторону. Хотя зря, наверное, в эту сторону пошел, ну ладно. Само собой, сейчас зомби нету. То есть, когда мы их убили, волну отразили, зомби больше не появляется. Они будут потом. Покинул игру. Ах ты мразь, ах ты дрянь, а. Надо было с той стороны идти. Ну ладно, время у нас есть. Давай быстрее! Чего же так долго иду? 21 секунда. Давай, братюня, давай. Все, смотрим, что можно закупить. Вот у нас есть всякие пистолеты, видите, дробовики. У нас время мало. Так, время мало, мало, время, что-нибудь дайте мне уже, дебилы. Купите! Я ничего не успел, тварь, ну ладно. Я вам показываю, ничего не успел. Ну, сохрани тогда деньги. Видите, они всякие там реплики говорят. Вон они, мрази. Не, здесь бегать нельзя, точно нельзя. Да, видите, здесь все ходят одинаково.
Вот закрыли. А зомби идут отовсюду. То есть они и сверху идут, по бокам, оттуда могут идти тоже. Самое главное, чтобы меня не окружили. Я, конечно, я профессионал. О, я могу врубить свет. Братюня, пошли. Видите, здесь есть всякие там ползучие твари. На-на-на-на-на-на-на! Порешал вообще, детка, красавчик. Кстати, когда вы перезаряжаетесь, да, он говорит всякие разные реплики. Он постоянно их говорит. Прикольно. А, во, во, вот эта вот тварь, видите, она больно бьет. Поэтому надо быть осторожным, убегаем. Ну, здесь нету, да, здесь нету ТА, то есть ТМ атак. Это хорошо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, порешали, порешали. У нас есть гранаты, не забываем. Перезаряжаемся. Пистолетика боссаны. Опа! Здесь можно хедшоты делать. Видели, хедшот сделал? То есть в голову попадаете, а можно сделать вот так. Видите, время замедлилось. Так, стоп, я не кинул гранату. Во. Бабах! Ну-ка еще раз, давай. Бу-бу! Бах-бах! Тварь тупая, пошла вон. Ой-ой, я не заметил. Да-да, паучка не заметил немножечко. Лови, шмара. Давай, взрывайся, отлично. Осталось 22. Смотрим взади, взаду, правильно говорить, а не сзади. Пау! О, 54 хп-то! Давайте попробуем порегениться. Получится, нет? Да, кьюшка. Видите, наши они правильно писали. Все. То есть, чтобы регениться, выбираем оружие, жмем кьюшка. Проблема в том, что далеко не все это знают и начинают играть. Они думают, что можно только регенить других. А регенить других это легко. Подбегаете и атакуете. То есть, жмете атаковать, и он будет регенить. Все, я отрегенил сам себя. Прикиньте, игра, где можно регенить самого себя. Да. Осталось два человека. Видите, он хоть помогает регене других. Вот она, тварь невидимая. Сдохни! Открывай, открывай, братюня, открывай, открывай. Все. Теперь мы должны все делать идеально. У нас есть 700 бабла, Вася. Сейчас мы порешаем. Смотрите, еще раз, оружие. Оружия очень много. Вы видите, сколько? Винтовка. Да что за параша ты мне предлагаешь, идиот такой человек. Мачете. И, кстати, есть катана есть даже. Давайте вот эту парашу купим бесполезную. Потом купим патрончики для всего. Бронежилет я не могу. Ладно, вот зря я не купил бронежилет. Зато у меня есть автоматическое оружие. Теперь дальше по интерфейсу. Внизу слева, в самом низу. Ну, внизу слева чуть выше, это... Типа моя должность, что я снайпер. Видите, я говорил вначале, да? В самом низу слева, это ХП 100. Потом броня 0. 7.15 это вес, но я что-то не помню, на что он влияет. Фиг его знает. Может оружие, когда намираешь? А, да, оружие. То есть ты не можешь там сразу купить много тяжелого оружия. У тебя будет перевес и все. Ты можешь продавать оружие, кстати. Потом с правой стороны 100, это фонарик идет. 11 патронов сейчас у меня. 16 у меня перезарядок, да? 16 магазинов. И 3 гранаты у меня. Вот так вот. Все, let's go, let's go, let's go. Сейчас будем устраивать месиво. С каждой волной веселее. Давай. Замедление, да. Сначала, видите, они непривычны, потом уже к ним привыкнуть. Наоборот, они помогают тем, что вы сможете среагировать, да, на какие-то такие проблемы. Когда много народу. Чик, замедление, посмотрели, все поняли, продумали. Не хочу я целиться. Нормально. Крутые не целятся, запомните. Ах ты тварь, а! Ха! Ах! Ах ты тварь! Смотри, сколько их много-то. Со всех сторон идут. Ну это оружие, видите, у меня, оно самое слабое. Ну вы видели. На тебе, тварь, на. На, о, видели замедление, да? Позволяет мне правильно стрелять. Сдохни, чмо. Кстати, нас... Видите, я когда перезаряжаюсь, он кричит, прикройте меня, там, бла-бла-бла. Бах. Тварь. На, чмо, ты ссаная. Мне очень игра это понравилась, когда я первый раз играл, да? Именно тем, что вы можете разрядиться. Так кайфово, прикиньте. Приходите там после работы. И сразу идете и целое мясо тут раскидываете. Так, все, давайте похилимся. Хотя у меня 8 хп, ну ладно. Все, let's go, идем к остальным. Я вам советую сразу идти к стрелочке. Видите, стрелочка показывает, чтобы сразу начать рядом с магазином, а не бежать потом пол карты.
Видите, меня тут одного оставили, да, это плохо. На тебе, жердяй. Видите, он не подыхает. Ты чё, пёс, слышь? А-а-а, не надо. Кто меня убивает-то? А, чмо. Ну ты псина, я тебя ненавижу за это, запомни. Тварь, а. Меня оставили одного. Вот внизу справа показано, сколько я могу регениться. Видите, там сейчас зарядка идет. То есть я не могу использовать реген, пока не будет 100. Также здесь, видите, принято друг друга регенить, лечить. Принятая идея. Иди сюда, братюня. Ладно, себя отрегеним, потому что у них только же хп, сколько у меня. Самое главное, чтобы я выжил, срать на них. Все, идем, видите, сразу к магазину. Вот тревочка показывает, да, чтобы потом сразу тут начинать. Ну и по дороге можно регенить своих друзей, потому что у вас хп не регенится никак. Только с помощью хилок. Давай, братюня. Братюня, так. Вот. Все, убили последнюю. Видели, она прям за нами шла. То есть она отрегенила меня, я ее. Это еще один плюс игры, понимаете? Здесь люди постоянно друг о друге заботятся. Постоянно друг друга хилят, помогают. Такого Counter-Strike вы не увидите. Counter-Strike друг друга все ненавидят. Ну что ж, будем бегать с этим говном. Бесполезный кусок дерьма. Как его продать? А, вот, продать оружие. Но оно будет гораздо дешевле, поэтому у меня ноль бабла. Ноль. Видите, всякие разные одежды, видите? Он Хельсинг. Теперь про сварку. Да, я уже сказал, здесь можно заваривать двери. И можно обратно их разваривать. Ну, как-то так. Сейчас покажу вам, смотрите. Мы идем сюда. Я не помню, как нужно двери закрывать. А, вот, я завариваю, они выходят, я завариваю. А если будут ломать двери? Видите, смотрите. Они завариваю. Идиоты. Ой. Пока неудачники, сидите там. Конечно, я зря это сделал, меня сейчас могут убить другие мутанты, да? Ну ладно. Вот здесь хорошее место, да, чтобы сразу с двух сторон разваривай. Разваривай. Смотрите. Видите, по-русски написал, кстати. Здесь тоже, видите, есть русские. Разваривай. А не все знают, что они тоже могут разваривать. Это не все знают. Кстати, разваривать тоже здесь сложно. То есть новички не знают об этом. Я не помню, как разваривать. Я знаю, но я не помню. 40 патронов у нас нормально. Разваривай. Прикинь, какой троллинг. Разваривай. Я же наоборот заботился. Давайте сюда лучше выйдем, мне здесь больше нравится. Я обожаю открытое пространство. Вот куда они пошли, дебилы? Вон они прыгают, мразь. Пойдем, братюня. Вот этих невидимок, да, их сразу не видно. Вот этих вот, которые хамелеоны. Пока они не подойдут вплотную. Ох ты, тварь, ох ты. Опа. Молодец, блин, я клавиши перепутал. Ладно, давай. Меня оружие такое. Fuck you, Spielberg! Так, сзади проблема у нас. Давайте похилим одного бомжа, похилим. Ах ты тварь! Ах ты псина под забон, да отстань от меня, мразь. Патронов нету. Меня спасает, что у меня есть броня. Так, осторожно, братюня, живи. Так, хилься, братюня. Давай, я сам себе говорю. Я сам себе братюня, все, похилились, отлично. Все, видите? Прикиньте, даже хилки халявные. Ну, что может быть лучше, не понимаю. Поэтому эта игра очень сильно отличается от других. Вот она, невидимка, то есть я даже не видел ее. Тварь тупая. Давай, в заду, чувак, в заду. Отлично, все, решил голову. Видите, я без прицела стреляю. Красавчик. Хедшоты всем. Они вот отсюда вот сверху прыгают. Все, один человек остался, бежим. Вот вы видите, блин, далеко нам бежать. Здесь надо просто запомнить места, где эти магазины, и все, и постоянно по ним бегать. Сейчас магазин в этой церкви. Изи, я хочу какое-нибудь оружие, давайте я купим какое-нибудь другое оружие. Дробовики, здесь знаете, какое есть оружие, здесь гранатометы есть. Здесь только оружие, я вам показывал, очень много. И то я многого даже не покупал, потому что денег не хватает. Давайте сейчас дверь закроем, опять заварим. Разваривай. Такого слова нет, иди учи уроки. Разваривай, мне говорит. Все, я продал свое говнище, 700 баксов. Смотрим, у нас 23 секунды. Вот, есть, нет, не мачете, маг. Нет, говно.
Винтовка, блин, ну дайте мне нормальное оружие. Вот, кстати, снайпер, он должен стрелять из пистолета. Метка. Купить, давай, давай. Ладно, хотя бы это купим. Ладно, пускай будет так. Все, let's go. Но я не успел, дробовик. Кстати, да, здесь такое можно месиво дробовиком устраивать. Давай, завариваем опять, дебил, чтобы они туда не выходили. Твари тупые, пошли в жопу. Все, заварили. Я беспокоюсь, я уже говорил о них. Видите, сильнее. Вот этот вот, он очень сильный. То есть он сейчас делает разбег, будет плохо. На него делай. На, чмо. На! 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 Сдохни, сдохни, сдохни! А-ха-ха! Помогите! Когда ж... Патроны, патроны, братюня. Братюня, живи! А, все, все, мне жопа. Помогите кто-нибудь. Умираю, умираю. Фух, я вроде жив. Вы видели, какой он сильный? Вы видели, сколько раз я попал? Я сплошные хедшоты сделал. Ладно, чувак, помоги мне, помогите мне, помогите. На, чему на? Обожаю дробовики, очень хорошее оружие. Все, у нас нету больше гранат. А, какая мишень? Какой прицел? Ну-ка, псы, пошли отсюда. Так, патроны не забываем, патрончики. ХП у меня очень мало, мало ХП, поэтому мы сейчас сделаем вот так отвод и похилимся. Здесь хилки бесконечные, я уже говорил, но они должны отрегениваться. То есть они должны восстанавливаться, хилки, чтобы могли юзать их. Все, осталось 82, помогите. Идем, да. Вот, тоже дробовик, уматное оружие, согласен. Идем к стрелочке, нет смысла здесь стоять, гоу-гоу. Здесь можно так же, как и какой-то страйк, говорить сообщение, да, я не помню как, но здесь можно говорить. Я люблю стрелять из дробовика, да, прям в упор. О, видите, кто-то погиб наш. Ну, лохозавр, типичный лохозавр. Видите, вон, ой, ненавижу желтого. Такое чмо. Так, попробуем с пистолета сначала пострелять. Это он на меня побежит, не хочу, не хочу. Ой, сейчас все, он бежит, помогите. Нет, не на меня. Тварь. На меня! Помой, все, все, мне жопа, я никак не убегу никогда. Давай, брат. Не надо, не хочу подыхать. Кстати, мы, по-моему, деньги проигрываем. У меня было 200 баксов, давайте сейчас глянем. Извини, я тебя не извиняю, тварь. Ах, как же это больно. Ну, само собой, мы сейчас отреспавнимся. Тварь тупая. Я хочу оружие еще круче. Помогите. Что, прикольно за ними наблюдать, как они ходят, видите, такие чик-чик-чик-чик, прыгают. То-то квок. Здесь разные люди играют из разных стран, да, там, америкосы, японцы, русские, как всегда, короче. Здесь можно тоже писать в чате. Здесь, по-моему, тоже можно банить, да? То есть есть админы, которые могут банить, по-моему. Но такие, это, по-моему, стимовские админы. То есть необычные, не админы серверов. Им вообще срать на это. А, не, хотя подождите, неправильно. Админы серверов, где же каждый сервак отдельно идет, точно. Все. Ой, как далеко идти. Кстати, можно, по-моему, сделать ножик, он будет быстрее, по-моему. Хотя не факт. Видите, да, никто не может бегать. Так что все, здесь нельзя бегать. Просто идем, как засранцы бегут. Давай, два пистолета нужно взять. Винтовка. А сколько у меня патронов? Где информация? Ой, здесь информации даже, по-моему, нету. Ладно, купим винтовку, давайте. И все, у нас денег не осталось. Офигеть. Вот, все. Все, 10 патронов и еще 3 с обоими. Тварь тупая, что ты бесишь меня, а? Что ты меня бесишь? Пес. Здесь статистика же есть, я забыл, да? Counter-Strike, привет. Ну реально, вот я сравниваю, потому что прям все идентично. Все, бежим. Мы, смотрите, 4-е место. Ну я же топовый игрок. Если бы я еще помнил, как играть. Ну вот, пошлите, гоу-гоу-гоу, достаем свое новое секретное оружие. Пиу. Конечно, этой фигнюшкой лучше стрелять именно по головам. 3 гранаты у нас есть. Мало гранат.
Вот они. Ох ты, нет, только не это. Ненавижу тебя. Ненавижу. Да, но ненавижу. Все, убили, отлично. Отлично, я вроде успеваю. Дебил, ты сзади посмотри. Почему он не убивает их? Наверное, оружие. Ну, это оружие самое дешевое, начнем с этого. Ну ладно, а пистолеты было купить? Я же профессионал по пистолетам. Кто меня бьет? Подождите, стоп, стоп, стоп. Так, все, убили невидимую тварь. Давай регенимся, регенимся. Сзади тут еще бежал, я видел. Сзади, сзади, сзади. Так, братюня, подожди. А, вот они идут. На, чмо, положил. На. На. Он, по-моему, ускорение может делать. На. На. Да нифига ты, мразь, а? Посмотрите, сколько я выстрелил. Слушай, говно оружие, дробовик был лучше. Реально, нам бы пистолеты. О! Все, берем пистолет, короче, и убиваем пистолет. Мое любимое оружие это пистолет. Видали? Все, проблем нету. Чик-чик, гоу, чик-чик-чик-чик, смотрите, ну, профессионал. А нет, это говно. Врубаем фонарик. А, кстати, может фонариком будет лучше видно инвизеров? Он с хилкой бегает, молодец, давай. Иди хили его. Тварь, 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 тварь. Да сдохни ты уже. Я попадаю в него. Я не могу промахиваться. Тварь, а? Фух, пот. Че ты сказал, мундак? Вы слышали, да? И, по-моему, можем микрофон еще говорить. В общий чат по микрофону. По-моему, да, я не помню. Нет, здесь есть много прикольных таких карт. Вот это хорошая карта. О, у меня гранаты есть. А, нет, это все гранаты. Да все, мы здесь прошли. Поу! Не, оружие говно, лучше пистолет. И самых дешевых пистолетов лучше всего. Есть еще дура, которая орет. Где она? Она уже все крикнула, сдохла, да? А, да, мы не туда вообще идем, идиоты. Вон стрелочка. Хо-хо-хо-хо! Без прицела, без всего. Прицел для слабых. Да сдохни уже, тварь. А мы идем дальше. Это оружие мы сейчас продадим. 200 монет. Ну что так мало? Вот, кстати, вон это у нас полуживой. Пойдемте его похилим. Дебил, стой. Кстати, здесь никогда не было проблем с пингом. Так что если у вас плохой пинг, да, там слабый интернет, попробуйте. Вообще никогда не лагало. Не, оружие говно, ненавижу. О, все, мы пришли уже, да. Давайте хилим сейчас себя и других. Они сейчас будут друга хили, смотрите. Сейчас сначала закупится. Так, не, продадим. Мне не понравилось, заберите говно это обратно. Можно взять пистолеты, я уже говорю, потому что я снайпер. И то есть я прокачиваю скилл снайпера с помощью пистолетов. Гранаты возьмем. Вот так вот, давайте. Нормально. Услышали они говорят? Я не знаю, вам слышно? Нет, он говорит, стой спокойно, я пытаюсь тебя полечить. Давай, братюня. Все, друг друга. Видели? Все друг друга полечили. Вот атмосфера, любви, птички летают. Все. Чего? 8 патронов. 8 патронов на 2 пистолета. Офигеть. Прикиньте, в каждом пистолете по 4 патрона. Так, я опять купил парашу какую-то бесполезную. Я знаю, что, скорее всего, они сильные, но... А, все, 16. Почему было 8 изначально? Это другое дело. Все, 16 патронов, let's go, сейчас будем нагибать. Это 7-я волна, это последняя волна, потом будет босс. Подождите, блин, не твой нажал. Не надо, я сраный чат включил. Ой, как больно, ой, я протупил. Давай, детка, живи. Самое главное мне выжить, срать на этих дебилов. Все, один сдох, молодец. О, я его оружие взял. Ху-ху! Я его... Ху-ху! Я оружие взял. Он там, там, помогите мне. И он ливанул сразу, дебил. Пошла в жопу. Инвизеры сраные. Так, все, убиваем, убиваем. Ой, как у вас много. Я, видите, случайно кнопки путаю. Бывает, я врубаю чат.
Врубаю чат, да. А когда ты врубаешь чат, ты ничего не можешь больше делать. То есть, прикольно, смотрите, я снайпер. Опа. Опа. Прикольно, Вася. Я ж тебя убил, тварь. Она, скорее всего, еще пробивает насквозь, по идее. То есть, сразу несколько человек может бить подряд. Похиль меня, братюня. Ты че такая мразь? Я тебя запомнил. Мы нашли... О, видели? Меня похилили. Спасибо. Так. Все, let's go. Мне, конечно, удобнее стрелять из пистолета. Давайте возьмем пистолеты, потому что я профессионал. Видели, сколько я могу убивать людей. Блин, почему меня бьет? Фу-а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 -
Отлично. А, тараканы сраные, пошли от меня в жопу. В жопу идите. Когда мы перезаряжаемся, я уже говорил, мы всегда говорим, это словесно в игре. Витя говорит врача, где врача? Пошел в жопу, подыхай. Ой. Так, мы пойдемте сразу тогда к стрелочке. О, а я думал, кого-то убили. Не, пока все живые, там ХП у них немножко мало, но ничего страшного. Вон, 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 вон они идут, мрази. Все, давайте отходим назад. Пойдем кого-нибудь похилим пока. Тварь, иди сюда, дебил. О, ой, пистолетики закончились, ой, закончились. Там сейчас будет сильная тварь. Сразу две сильные твари. У меня достижение, кстати, открылось. Я не знаю, вы видите? Нет, пистолет для слона. Все, я вроде живой. Давайте тогда снайперскую винтовку возьмем. Не винтовку, а этот, арбалет обоссанный. О, видали, я ее убил. Это дебил косой. Опа! На тебе прям в сердце. Опа, в голову прям. Ха-ха. Большая охота. Я прям достижения открываю сплошные. Ну-ка, быстренько переключаем пистолет. Фо-фо-фо-фо-фо-фо-фо! Рэмбо! Патроны кончились полностью. Ладно, переходим на другой пистолет. Фо-ф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 о
Все убили. Опа, прям в голову ему. Ах ты тварь тупая, а? Подошла мне со спины, чмошница. Все, отрегенерились. Патроны кончились? Да, на одном пистолете кончились патроны. Мало хп у нее. Так, что-то я немного засмотрелся, извиняюсь. Посмотрите. Ой, говорит, помогите. Ну что, остался мутант, да? Три человечка осталось. Три мудака, вот он. И будет босс. Во-во-во-во-во-во! Патронов нет у меня, ладно, ничего страшного. А, мы далеко, эх, блин. Самое главное, не забывать про, про тупую стрелочку. Это вот косяк. Так, сейчас, секунду. Сейчас, сейчас, мы идем пока. Ох! Все, let's go, let's go. Я забыл время подобрать. Так, сейчас, секунду. Я же время записываю съемки. А, молодцы, они засварили, наверное, да, дауны? А, не, смотрите. Сейчас будет босс! Будет босс. Зачем вы дверь закрываете, дебилы? Give me of money, give me of money! Нет, у нас быстрее, быстрее, быстрее продаем. Это продаем. На следующий уровень, да, на следующую карту деньги не переносятся. А у нас денег больше нету. Времени нету. Взрывчатку, гранатомет. Покупаем гранатомет. Офигенная вещь. Броню давай, братюня. Все, успели, нормально. Вот, офигенное оружие. Одно из лучших оружий. Вот он, босс. Это типа гранатомет, да, но это понятно, что он кидает гранатку. Кстати, у него 1600 хп. Офигенное оружие. Вот особенно против крипов, когда много крипов. Сейчас босс подойдет, будем его нагибать. Само собой, когда вы кидаете гранату себе под ноги, да, вы можете умереть. То есть на вас это идет. Босс, он может быть невидимый. Так, подождите, что-то меня глючит. Где босс?
Давайте напугаем их. Все пересрались. А, вон они уже увидели. Они не пересрались, они уже увидели его. Я куда-то полез первым. О-о-о. Моя бомбочка. Так, осторожно, осторожно. Это он здесь был. Вы видите, как взрывается. И когда вы кидаете в кучу малу, вот так вот, видите, да? Но это была не куча мала. Обожаю, это одно из самых лучших оружий в игре. Но он дорого стоит, конечно. Где эта тварь? Бабах, видали, да? Вау! Пух! Пух-пух! Офигенная! Так, мы ждем, ждем босса. Где у нас босс? Босс, босс, Асмо. Видите, у него какая-то медаль, да? Типа супер крутой. Типа ветеран. Ветеран игры, осторожней. Давай, я бегу. Как могу? Все, ВСГО, помогите, помогите. Давай, давай. Мое супероружие готово разнести ему жопу. Здесь, кстати, можно против этого босса покупать гранаты. А, вот он. На, чмо. Давай, давай, перетарежу. На, псина. Стоп. А, пес, останьте от меня, мрази. Он меня стреляет, он стреляет. Почему меня? За что? Я что, лысый, что ли? Я лысый. Оу. Так, давайте уберем крипов. У него пулемет, у него оружие пулемет, бабах. Ну, мы его должны убить, я думаю. Убьем пока крипов, видали, да? Ты на кого напала? Блин, патроны, ну что ж такое? Тупое оружие, никогда не покупайте, это пистолет сраный, бесполезный кусок говна. Все, отрегенились, гоу-гоу-гоу, берем свое оружие. У него ракетница, да, и автомат. Вон стреляет, ну ты чмо. Бах, нет, плохо стрельнул. 9 патронов осталось, на. Пах. Пах, так, ну-ка подождите, где эта тварь? Давайте отрегенился, мало хпшки. А, все, мы его убили, да? Ха-ха, он самая страшная смерть. Все, победили, ГГ. ГГ, ВП, изи. Видите, можно деньги скидывать. Ну что ж, пока у нас еще времечко есть, я думаю. Да, у нас еще время есть. Давайте еще сыграем. Я вам показал вам, в принципе, весь потенциал игры. Если вам интересно, я буду еще снимать. Так, что, кто-то что голосует? У меня все равно какая карта. Let's go, да, вот Evil Santa. Что там еще? Посмотрим, что у нас все получится. Мы сыграем сейчас не до конца, сыграем по времени и все. Полная игрушка, полная. Ну, интересно, я говорю, реально, чисто, наверное, свободнее. Особенно, когда с гранатомета пил, 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 пил. Ах, кайф, когда много мяса, ах, вкусняшка. Есть случай, когда босс убивает. А, я один, да, типа? А-а-а, ну ладно, что ж, инвалиды ссутся. Пойдемте соло. Нули обосраны, обоссались. Не, я на этой карте не играл. Так. Вон стрелочка, наверное, наверху, да? Да. Ну да, давайте сейчас немножко еще сыграем, совсем немножко, и будем уже закругляться, потому что, ну, а смысл одному играть. Поэтому быстро было голосование. Вот этой фигни. Ну давайте, чмыри, давай, жируха, давай! Фу-фу-фу! Фу-фу-фу-фу! Фу-фу! Фу-фу-фу! Ху-ху! Еппи! Я не могу пройти, уроды, останьте от меня, останьте, ненавижу вас, да дайте пройти! 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 Нет, все, я сфидил. Да я не могу пройти, тварь тупая. А начинало бы все так хорошо. Кстати, здесь есть элементы хоррора, заметьте, да? То есть мы идем, нас резко пугает и убивает. Ваш отряд был уничтожен. Кстати, да, точно. Смотрите, если вас всех убивает на каком-то раунде, то вы проигрываете. Вот я проиграл сейчас. Давайте еще один раунд глянем.
Слушай, глянем еще один раунд и все, и завязываем. Вы заметите, да, сколько я делаю обзоров разных игр. Вы посмотрите, кучу разных игр, именно разных. Это называется разнообразие. Давай, грузи быстрее. Субурбия. Давай, я готов. Снайпер готов атаковать. Врубаем свет. Свет врубили. Let's go. Это же хоррор. Это же хоррор. Я тоже эту карту не знаю. Здесь, говорю, здесь очень много карт. Я слышу, что-то ходит. Поехали, давайте сейчас. Здесь можно сесть в машину? Нет, нельзя. Что происходит? Я слышу, кто-то орет. Мужик, помоги мне. Я слышу звуки. Ай, отстаньте от меня. О, видали, с одного выстрела, профессионал. Ас. Здесь очень много проходов. Очень много проходов. Все, меня окружили. Меня окружили. Блин, давайте собирать их кучу. А у меня же есть гранаты. Жди меня, я приду. Опа. О, осталось 5 человек. Оп, 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 порешали. Оп, 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 оп. Да вы же нули. О, в черепушку ему, псина. Все, видали? Скорее всего, здесь подстраивается игра под количество игроков. То есть, если я один играю, здесь, конечно, будет меньше зомби, это очевидно. Вот мы сейчас спокойно прошли первый уровень, да? Ну все, давайте тогда завяжем на этом. Пишите комментарии, если вы хотите еще, чтобы я сыграл в эту игру, мы сыграем, попробуем другие виды оружия там и так далее. Если не будете писать, то наш не будем просто в нее играть, и все. Все, всем спасибо, всем пока.